Всем привет, с вами Алена, и мы на сервере Lobs. Так, сегодня будем делать комнату для иссушителя и, собственно, попытаемся его убить. Я уже выбила тут головы. Оказалось, что их можно было не выбивать, потому что они делаются... Так, не туда нажала. Они делаются с помощью мифрилиновой печки, которая у нас стоит вверху из трех скелетоновых голов. Этих скелетоновых голов у нас 57. Ну да ладно. Зато был хоть какой-то стимул сделать вообще. Ну, спаунер там, подумать, как подключить, и будет ли оно работать. Ну, такие мелкие вещи. Вот, так что все, что не делается, все к лучшему. Я потихонечку себя проверяю на количество ЛП, потому что периодически почему-то проседает. И цифра. Так. О чем я? Да, мне нужно сделать заварженное стекло. Рецепт я смотрела и вроде бы запомнила. У меня нету грейтвуда. Грейтвуда у меня нету. Надо посадить его. Блин, а он же не вырастет сам по себе. Может, где-то он есть. Тут нету. Так. Тут тоже нету. Я доски ищу. Ищу доски Грейтвуда. И тут тоже нету. Везде по поводу досок пусто. Окей. Хорошо. Пойдем посадим. Так. Подпрыгнула, и меня покусала тьма. Так, садись здесь. Я думаю, тебе тут места хватит. К сожалению, у тебя костная мука-то не будет выращивать. Общее помещение. Так, 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 так. Косточки. Улица. Попробуем. Но что-то я не уверена, что на тебя будет действовать костная мука. Да, она на тебя не действует. Тебя нужна... Для тебя нужна мотыга роста. О, боже. Эти летают. Виспы. Эй, куда улетел? Ой, я его убила. Это было метко. Так, здесь пока закроем. Я смотрю, тут еще летают виспы. Че летаешь? Че хочешь? Эй! Да, прыжок, конечно, у меня эпически высокий. Я не знала, что так будет, когда зачаровывала свои вещи. В общем, надо подождать, когда вырастет грейт, вот, потому что Warded Glass, это вроде штука называется. Ну. Да, Greatwood Planks, стекло и мозги зомби. Для комнаты нам понадобится 3 стака их. Ох, я надеюсь, что мне хватит. Потому что я тестировала, каблокоробочку строила, у меня ушло 3 стака. Расти, саплинг, пожалуйста. У меня просто нечем больше заниматься. Вообще-то можно сделать цветочек из ботании, который кушает еду. Кстати, да. Мне говорили, что он вообще очень хорош в своем, когда генерирует ману. Generation Flora. Только как ты называешься, я не помню. Бла-бла-бла-бла-бла. Угу.
Так. Как ты делаешься? Ну, тут что-то про картошку написано. Блин, сейчас переведу на русский язык интерфейс и вернусь, потому что мне очень сложно в английском разбираться. Так, заглянем еще раз сюда. Да, гурмалис. Самый голодный цветок, он будет съедать любую пищу в небольшом районе вокруг него, превращая ее в ману. Так, жареная говядина будет перевариваться 4 секунды, морковь 2 секунды, хлеб 2,5 секунды и так далее. В принципе, да, на правильном пути были. А нам нужны сначала руны лета и руна огня. О, блин, руна огня есть, а руны лета нету. Как делается руна лета? А, Shift LKM. Эй. Ну что же ты, нормально же общались. Че опять началось-то? Ага. Воздух, земля, арбуз, слизь, песок. Воздух. Земли нету. Руна лени. Так. Руна земли. Грибочек, угольный блок, камень. Угольного блока нету. Эй, вернись. Тут тоже нету. Так, угольный блок это у нас. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Так, надеюсь. За то время, пока мы делаем руны, у меня вырастет грейтвуд. Грибочек. Иди сюда. И три манастали. Так, есть или нет? Раз, два, три. Жизни камень. Так. Сюда. Тебя и тебя. Веточка. И да. Так. Ты пока собираешься. Дальше надо будет еще арбуз и сгусток слизи. Давай, делайся. Сейчас пойдут молнии. Готово. Дольку арбуза надо. Да, должна быть. И сгусток слизи. Интересно, пойдет, не пойдет такой. Так, два песка. Раз, два. И так, воздух и земля. Я взяла с собой, да, взяла. Так, воздух, тебя, дальше слизь, арбузик и руна земли. Нет, видимо, такая слизь все-таки не подходит. Ладно. Главное, арбузик не съесть. Блин, как бы тебя перекрафтить-то в нормальную слизь? Переделать. У тебя слишком много. А мне нужна, значит, кожа. Иди сюда. Одна. Так, и жарь. Так, это нормальная слизь. А возьмем еще. Мама, эта монасталь уже не нужна. И одна руна. Так. Арбузик еще забыла скинуть.
Так. Во, пошло. Давай, делай еще. Еще. Давай, делай еще. Ну, во. Тынк. Дальше. Все, руну огня и руну лета. Огонь. И нужны... А, это все в петале. Лишнее можно убрать сюда. Сюда. Так, так. Что мне нужно? Мне нужны желтые лепестки, светло-серые лепестки и красный лепесток. Красный, желтый, серый. Так, светло-серый. Три желтых, один красный, два светло-серых. Так, желтые, светло-серые. Так, тынк, тынк, тынк. Дальше нам надо наполнить водичкой. Сюда, сюда. Лепесток. Два мана лепестка. Такой, такой и такой. Две руны. И семечко. Готов. Гурмалис готов. И, наверное, я его поставлю вот сюда и подконнекчу к этой штуке. Но мне нужно еще плотик сделать. Так, глоустоун. Дальше земля. Кусочек. Потом. Ага. Любой цветочек, и надо срезать травку. Надо срезать травку. Ведь бежим. Готово, почти. Хотела заниматься одним делом, занимаюсь совершенно другим делом. Ну ладно, тоже надо когда-то делать. Тебя, тебя, земельку и соединить. Готово. Сейчас мы тебя разместим вверху. И накормим, ну, на тебе одну БЛТшку. Съел или сгорела БЛТ? Вроде что-то генерирует, причем довольно-таки это в приличных количествах, судя по всему. Потому что вот тут вот поток маны вот не справляется. Где-то у меня был. А нет, не был. Один распределитель только, да? Угу, а ты догорела. А, ты у меня вообще соединен? А нет, с кем надо соединено. Ладно, тогда. Правильно идет. Так, ты идешь вот сюда. Так, интересно. Ну, ты не кушаешь больше? А, во, пошло.
Пошла дикая генерация маны. В общем, нужно будет сделать еще один эльфийский распространитель маны. Как ты делаешь это хоть где-то там? Ага, слиток элементия и древесины мечтаний. И любой лепесток мана. А у меня нету ни того, ни другого, ни третьего. Ладно. Сходим, посмотрим, выросли наш дуб. О, вырос. Замечательно. Где-то у меня был хороший топорик. Куда я его делаю, я не знаю. А, по-моему, он вот тут. Да. Нет, не кусай меня, темнота. Пуньк. Отлично. Сейчас листва опадет. С этим топориком, кстати, по-моему, листва у Грейтвуда быстрее опадает и вообще у любых. Как бы обычно у деревьев из Стоункрафта листва не опадает. Ну, точнее, не подвержена действию каких-либо модов. Вот. А с этим топориком она опадает. Не знаю, может просто в конфигах здесь что-то изменено. Так. Это мы уберем за ненадобностью. Теперь надо нам стекло, которого нету, похоже, у меня. Да, стекла нету. Будьте добры, пожарьте мне стекло. И мне надо будет, блин, два стака. А, подождите, из шести стекла получается 8. В принципе, возможно, даже и хватит. Я боюсь, что мне зомби мозгов не хватит. У меня их, по-моему, меньше полустака даже. Три. Тут я туда заглянула. 14. Ням-ням-ням. Жаришься? В тебе какой? В тебе восьмикратный установлен. Так. Вышвырнуть нафиг ненужные вещи из инвентаря, чтобы они не мешались. И возьмем веточку. Так, что-то я сюда... А, нет. Что-то я сюда не то положила сейчас. Стрелы на месте. А что я... А, зомби-мозги я сюда скинула. Так. Тебя сюда. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Лепесток сюда. Лексику ботанию отправить на место. И грейтвуды, в принципе. Так. Угу. Мне надо, получается, из 4 8. Места нет. Чтобы убрать-то отсюда такого. Ну-ка, ты починишься? Если починишься, то можно будет вас состыковать. Нет, не чинится. Что-то я, по-моему, тише начала говорить, когда начала думать, что надо делать. Все сюда тоже скинуть. Так, это все сюда и палочку на место. Так, стак. Второй. Стекло почти пережарилось.
еще чуть-чуть осталось. Так. Куда отсюда ушло? А, я же перевела на русский. Блин. Сейчас переведу обратно на английский и вернусь. Так, на английский перевела. Во, появилось. Что вначале не видела. Точнее, вначале не обновилась, видимо. Варт глаз. Получаем 8 из 6. 2 Great Wood Planks. Используется, в принципе, хватило бы, наверное, даже стака. Плохо у меня с математикой. Ты пережарилась. Да. Попробуем. Попробуем, насколько хватит. Так, тебя. Тебя. Так, так. И зомби-мозги. И я, наверное, хотя, чё экономить? У меня зарядка идет в режиме онлайн. Бегать никуда не надо. Так. Ну, ставься. О, замечательно. Сделалось даже чуть больше, чем надо было. Ну, ладно. Хорошо, что хватило. А, нет. Это был глюк. Мне не хватило. Мне очень много не хватило. Причем не хватило именно зомби-мозгов. Блин. Это очень плохо. Прям очень-очень плохо. Так. Ну, можно сходить построить. Чё ты не заряжаешься? А так пойдешь заряжаться? Странно. Палочка не хочет заряжаться. В тебе же есть все. Или сервер опять лагает просто? Так, ну-ка я перезайду, что-то мне это не нравится. Кажется, у меня поломалась нода. Она не хочет работать. Так, а если тебя снять? Вытащить все. Где? Топорик? Топорик! Иди сюда. Эй! О, вот. Я потеряла... А, вот она. Кирку потеряла. Угу. Ставим обратно столик. Сверху вот эту штуку. Оно сконнектилось, соединилось. Ну-ка, будешь работать? Во, пошло. Что-то, видимо, заглючило просто. Так-то лучше, а то я уже испугалась. Думаю, столько сил потратила на то, чтобы сделать ноду. Столько времени. А она не работает. А, ладно. Посмотрим, может, есть какой-то способ получить мозги зомби. Нету. Есть способ их тратить, зато. Блин, вот этого очень вообще не хватит. Давайте сходим, посмотрим вообще. Шахта. И я думаю, вот делать его в аду... Или где-то внизу. Потому что, насколько я знаю, это стекло хоть и сдерживает, да,
из сушителя, как бы не дает ему убежать. Но взрывы все равно ломают блоки за стеклом. Давайте, наверное, так. Я сделаю комнатку тут. Вот тут вот внизу. Посмотрю, сколько мне хватит стекла. И вернусь, потому что, ну, если комнатка получится, то мы все-таки будем добывать. Если нет, то придется тогда оставить это все на следующую серию, чтобы получить мозги зомбячьи для создания стекла. Так. Так. Я выложила в себя все ненужное. Вот такая комнатка у меня вышла. Я думаю, ему здесь не будет сильно тесно. Блин, все равно он факел этот сшибет. Фух, ладно, попробуем. Не выложила колечко магнетизма, ну ладно. Так, значит, сюда, 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 сюда. Расшибет, конечно, он здесь вокруг все стены, нафиг. Ну да ладно. Так, вторая. Фух, и... Блин, третья. Отойдем немножечко. Надеюсь, он не убежит. Это будет больно. Ну, давай, давай. Сейчас он войдет. Так. Ну, сдохни. Сдохни, нечисть. Опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а почему мне темно? А что случилось? А куда я попала? Мама моя. Что происходит? А, мне просто стало темно. Фух, это, видимо, какие-то пчелы волшебные, кстати, вот здесь вот не сделала. Ну, видимо, да, здесь я так и подозревала, что маги отключили ломание блоков. Но все же лучше было бы перестраховаться слегка. Тут я доделаю. Фух, ладно. Забираем все обратно. Ей, я его сделала, я его убила. Пойдем домой. Так. Ну, прогружайся. Вот, прогрузилась. Смотрим, что мы можем сделать с нашей звездочкой. С нашей звездочкой мы можем сделать. Ай, чё-то я ничего не вижу интересного. Тинкинг какой-то. Augmentation Nexus. Что это такое? Интересно. Надо будет в книжке почитать. Дальше. Это все пока не надо. Random Things. Звездочка какая-то. Зачем я его убивала? Потешить свое самолюбие? Ну, кстати, в этом фокус можно сделать, который позволяет вардить блоки, но опять же тут ничего не ломается от взрывов. Ладно. Главное, что по ХП я, получается, почти не проседала. Точнее, даже вообще не проседала. Все нормально работает, взаимодействуют все чанды с друг с другом хорошо, плюс еще вот эти вот камушки. Так, но не думаю, что можно терять страх и с криками в атаку бежать на любых вообще монстров, потому что, насколько я знаю, монстры такого не прощают, точнее
боссы некоторые. Ладно, я добилась, чего хотела. Я убила визард скелета. Сделала еще несколько, одну полезную вещь. Цветочек, который жрет еду. А, вот. Всем спасибо, кто смотрел. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.